Ну вот оно слабое место у Хайлендера. Передний бампер, он не целиковый, а состоит из нескольких частей. Причем нижняя часть, юбка, она закреплена просто на пластмассовые клипсы к пластмассовой защите. Из-за этого, когда зашла вода, то, скажем так, набрался полный поддон, и защита отщелкнулась вместе с этой нижней юбкой. Вот такая вот машина за 3 миллиона. Так что не повторяйте данный эксперимент, потому что, ну, чревато это. Всем спасибо, удачи на воде.